Транспортная проблема города Новочебоксарск решается. До недавнего времени дорога по улице Промышленная не отвечала никаким требованиям. Новочебоксарцам приходилось добираться до своих дач как придется. Что сегодня происходит на объекте, проверил глава республики. Эта дорога очень востребована, можно сказать, стратегически важный объект для многих предприятий республики. Именно по ней каждый день проезжают груженные самосвалы щебнем, песком. К тому же это единственный путь, по которому на свое рабочее место добираются сотрудники биологических очистных сооружений, Новочебоксарского грузового порта и других предприятий. Никаких тротуаров здесь не было. Люди вынуждены были ходить по проезжей части. Сейчас все изменилось. Стоимость этого проекта 112 миллионов рублей. Это огромное средство. 50 миллионов рублей у нас собственные доходы бюджета. Мы поэтому 30 лет мы не могли сюда зайти, хотя многочисленные были жалобы, обращения. Особенно вот ветераны благодарны. Мы хотим сказать спасибо большое за то, что наконец-то наши, как говорится, просьбы услышали сделать дорогу. Капитальный ремонт улицы Промышленная ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие отремонтируют почти 2,5 километра дороги. Сейчас уже провели фрезерование проезжей части, уложили щебень и слой асфальтобетона. Впереди еще много работы, но руководитель строительной организации обещает, этот участок дороги сдадут в срок. 23 сентября по обновленной трассе начнут ездить автомобили, а по новому тротуару смогут передвигаться пешеходы. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. Редактор